Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный инструмент от компании Джонсвей. Это автонабор инструментов на 26 предметов. Джонсвей — это высококлассный инструмент, который применяется в основном на предприятиях СТО, потому что выдерживает большие нагрузки. На инструмент гарантия идет пожизненная от производителя. Только единственное, не распространяется гарантия, это на биты из набора, так как это идет расходный материал. Инструмент изготавливается на острове Тайвань. Поставляется набор в картоновой упаковке, то есть картоновый ящик идет. Что важного указывает производитель, это профессиональный инструмент. С обратной стороны идет комплектация набора и где набор изготавливается, также указано на упаковке. В данном случае это остров Тайвань. Теперь по комплектации. Набор. В наборе инструмент, посадочный квадрат 1/2 дюйма. Соответственно, идет одна трещотка. Хотелось бы отметить высокое качество трещотки, которая идет в наборе. Очень плавно прокручивается и не расхлябана, а такой тугой. И видите, щелчок идет. Трещотка 48 зубьев силовая. Есть флажковый предохранитель, переключение право-влево. Также быстрый сброс головки. И фиксация головки на трещотке. Длина трещотки 250 мм. Рукоятка здесь резиновая. Надпись на трещотках — это Джонсвей. И на металле здесь ничего не указывается. Только вот на самой рукоятке. Так, Т-образный вороток, длина 300 мм. На воротке уже имеется надпись Джонсвей и номер по каталогу. По этому номеру вы можете найти в каталоге Джонсвей данный вороток. И это свидетельствует о том, что инструмент у вас оригинальный. То есть, в основном Джонсвей ставит номера на всех единицах инструмента из набора, но не ставит на самих трещотках. Такой вот так называемый коловорот, то есть чтобы быстро можно было докрутить. Подели сюда головку и быстро закрутили, то есть быстро закручиваем головку. Очень удобная вещь, в данном наборе она есть. Длина 415 мм для быстрого закручивания гаек. Так, это у нас идет шарнирный кардан, он идет разборной на винтах. Надпись на кардане Джонсвей, также номер по каталогу CRV. Это хром-ванадиевая сталь, материал изготовления инструмента. Два удлинителя, 250 мм длинный и покороче идет 125 мм. Также надписи на удлинителях имеются и номера по каталогу. Речная головка на 16 мм. На 21 в наборе нет. И теперь набор головок. Здесь их 19 штук. Головки короткие, профиль шестигранный. Самая маленькая у нас идет здесь на 12 мм, 6 граней. Самая большая головка 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 250 грамм. Видите, надпись Джонсвей, номер по каталогу CRV 34 мм. Нижняя часть головки идет у нас матового цвета, верхняя идет полированная глянцевая. По комплектации набора все. Кейс идет в наборе металлический. Металлические защелки, запирания. Вставка сама, где находится инструмент, идет из пластика. Внутренняя часть. Сейчас покажу вам габаритом самого кейса. И как видите, здесь такая вот идет прокладка между двумя крышками, устанавливается. И на самой крышке верхней также идет комплектация инструмента. Запирание на металлические защелки. И рукоятка у вас слаживается. Тут также идет металлическая. Вес набора 6 кг.
ширина кейса 45, высота 5 сантиметров, длина 19 сантиметров, вес 6 килограмм. Такой небольшой набор. На верхней крышке надпись Genus Way на металле идет. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. До свидания.